Всем привет, дорогие друзья! И, как всегда, наша рубрика новости Citrus Mix. Присоединяйтесь, добро пожаловать, подписывайтесь на наши каналы, в наши группы. Нам есть чем вас порадовать. Итак, сегодня 4 марта, уже 4 марта, весна вроде бы к нам начинает заглядывать в наши окошки. И это классно и приятно, особенно нашим растениям. Ну и нам, конечно же, обязательно, потому что без солнца никак нельзя. Как вы видите, первое, что хочу сказать, это про наши распродажи, потому что близится 8 марта. Собственно, с наступающим вас 8 марта, дорогие девушки, женщины, наши любимые. И в преддверии праздников мы открываем весеннюю распродажу на нашем сайте. Приглашаем на наш сайт citrus-mix.ru. И однозначно очень-очень рекомендую заглянуть на все страницы в нашем сайте. Почему? Потому что у нас мега распродажа, мега скидки на все товары. Поэтому присоединяйтесь, смотрите, выбирайте и приобретайте. Поскольку совсем остается растений у нас совсем немного, совсем-совсем чуть-чуть, много что уже разъехалось, что-то разъезжается. Для чего? Для того, что мы освобождаем склад. У нас впереди близится большая-большая поставка. И, соответственно, мы ждем много красивых экзотических растений, тропических в том числе. То есть у нас большой-большой ассортимент планируется. Манго, дальше карамбола, питахая. То есть вот такие вот очень классные. Бериба, очень классные, интересные растения. Оливы, мирты, мимоза должна приехать. В общем-то, много чего интересного мы ждем. И, конечно же, мы ждем цитрусы. То есть приедут цитрусы. Это у нас поставка будет где-то в 20-х числах. Когда конкретно точно вам сказать не могу, да я скажу попозже, опять же, да, когда будет близиться. Но, тем не менее, уже вам рассказываю. И, соответственно, что я к чему это все рассказываю? Близится. Открытие нашего филиала в Москве. Ремонт идет полным ходом. Как и в какой мере все продвигается, тоже я буквально через несколько дней сообщу. Возможно, посмотрим, может быть, какую-то видеосъемку, такую короткометражку сделаем. Посмотрим, подумаем, в каком виде это все будет. Пока не могу вам сказать. Увижу, расскажу. Вот, поэтому однозначно все расскажем и покажем. И примерные сроки, возможно, тоже уже расскажем. Что планируется? Планируется однозначно. Планов много, что касается филиала в Москве, планов много. Почему? Потому что сейчас наша команда специалистов рассчитывает, строит маркетинговые планы, что и как, и грамотно и интересно сделать, потому что однозначно будет программа лояльности, возможно, мы ее расширим, увеличим, поскольку, опять же, у нас впереди сейчас идет разработка дисконтных карт, VIP-карты будут в наличии, они будут у нас и во всех наших филиалах, во всех наших магазинах работать, соответственно. Мы это продумываем и все это просчитывается. Также будут акции, все будет, как мы и раньше работали. То есть все будет интересно. А интересно еще будет что? То, что, конечно, самое главное, хочу вас поблагодарить всех за ваши отзывы. К нам отзывы поступают и продолжают поступать, и я очень признательна, потому что это оказалось очень важным не только для вас, для многих покупателей, но это оказалось важным и для нас. Почему? Потому что такая мощная обратная связь, мы знаем, в каком направлении двигаться. Что значит отзывы? Отзывы – это отражение ваших эмоций. Какие эмоции вы испытываете от общения с нами, от работы с нами, от сотрудничества с компанией Citrus Mix. И это очень важно. Почему? Потому что благодаря вашим отзывам мы становимся больше, крупнее и лучше. Мы улучшаем и качество, и ассортимент. Поэтому благодарю всех и призываю, друзья, не останавливайтесь.
продолжайте оставлять отзывы везде, где вы, где это возможно, потому что это очень нужно, это очень важно. Дальше. Поступило вот буквально вот и поступает предложение об открытии филиалов в Омске, Новосибирске и в Краснодаре. Еще раз повторяю, что в Краснодаре прям поступило грандиозное такое предложение. Мы его думаем и просчитываем, потому что, возможно, есть в этом доля правды, что стоит, почему бы нет. А сейчас просто ищем варианты, рассматриваем, общаемся и продолжаем. Что касается Омска, такая же история. Возможно, может быть, это будет не только Омск, там, ну, еще раз говорю, про Новосибирск поступило предложение. Я к чему это говорю? Друзья, все, что вы думаете, нам интересно, пишите, оставляйте комментарии. Особенно вот когда выйдут эти новости, обязательно пишите, оставляйте комментарии по поводу, в общем-то, всех вышеизложенных, то, что я перечисляю, рассказываю новостей. Возможно, что-то интересное, интересная мысль или предложение появится и у вас, и оно будет решающим и судьбоносным для нашей компании и для нашего совместного сотрудничества с вами. Потому и, в общем-то, такое взаимодействие, оно действительно приносит великие и прекрасные плоды. И за это мы вас благодарим. А напомню, конечно же, благодарим, потому что, да, то мое предложение, о котором я говорила, что за отзыв, это не покупка ваших отзывов, нет, это наша благодарность, да, она остается в силе, потому что тем самым мы хотим вас порадовать и показать, что действительно работа с вами нам, для нас важна и интересна, и мы умеем дружить и благодарить. Вот что значит наша благодарность за отзывы. Дальше, что я хочу сказать по поводу дальнейших планов. То есть у нас сейчас запущено производство. Производство запущено, плюс сюда к нам приезжают специалисты. Серьезные люди приезжали. Вот у нас эта неделя была вся прям во встречах и делегациях. Пока что запуск, вот он, то есть есть ошибки, есть методы пробы, есть много предложений интересных. Сейчас мы это просто пока в таком небольшом формате. Все тестируется, все проверяется. Поэтому пока что мы вот в минимальном формате. Это что касается нашего производства. Производство будет разноплановым, не только растения. Соответственно, опять же, да, то есть у нас будет улучшаться и... Сейчас мы приостановили временно, у нас будет улучшаться линейка грунтов, потому что, как показала практика, пакеты, упаковка, в общем-то, нужно ее менять. И поэтому, что касается наших грунтов, будут изменения. Что касается производства растений и не только растений, то есть все это сейчас у нас все запущено и прекрасно начинает работать. Плюс еще раз говорю, что подключено очень много специалистов, именно специалистов, профессионалов, которые люди знают, что делать, и поэтому я думаю, что все будет успешно. И, конечно же, мы об этом однозначно сообщим в ближайшее время. Дальше, что еще хочу сказать по поводу того, что, да, мы открываем в Москве магазин. Будет, опять же, все, в общем-то, наверное, ну, не могу сказать, как это будет в плане того, что точно так же, как в Санкт-Петербурге. Пока вот еще мы смотрим. Но однозначно отправки будут только по Москве. Что касается отправок региональных, они будут исключительно из Санкт-Петербурга. Задавался вопрос, еще раз повторю, задавался вопрос по поводу, будет ли перемещение товаров между складами. Да, то есть если... Но опять же, да, если это будет потребность, необходимость. Но у нас, еще раз повторяю, что впереди грандиозные проекты касательно питомников и садовников. Поэтому я почему-то думаю, что вопрос о перемещении товаров не встанет, поскольку мы сейчас просчитываем цены. Могу сказать сразу, что во всех питомниках ценообразование разное отличается. И если у нас не было разделения, оно было очень давно, разделение на питомники, сейчас мы возобновляем, поскольку это стало актуальным, объективным. Вот, соответственно, мы возобновляем, и у нас будет разграничение по питомникам. Сейчас мы это все просчитываем, выставляем, и у нас в обсуждениях ВКонтакте
пока ВКонтакте, дальше посмотрим, будет выставлена программа. Это я вам показываю растения, которые участвуют в распродажах. Именно с такими, со скидками. И вот замечательные растения, которые прекрасно выглядят. Но опять же, да, сейчас все со скидками. Вот предыдущую линейку я вам показывала. Это в индивидуальном порядке. Мы сделаем вам интересное предложение, поэтому пишите в личке. Вот как выглядят все растения. Растения все в хорошем, прекрасном состоянии. В замечательном состоянии. При этом, смотрите, они и приросты дают, и цветут, и с плодами. Итак, что касается питомников, питомники у нас в большом количестве. Мы будем выставлять в обсуждениях списки, цены, которые можно, по этим ценам можно внести предоплату и приобрести растения гораздо дешевле. Когда оно приедет, вы просто выбираете, мы вам отправляем, либо вы их забираете самостоятельно в зависимости от ваших возможностей. Списки большие, питомников много, поэтому все это в рабочем состоянии, буквально вот пару дней, и они уже будут выставлены. Это говорит о том, что открывается Москва и плюс в Санкт-Петербурге, то есть, пожалуйста, заказывайте, хотите, вносите предоплату, хотите, не вносите, то есть на ваше усмотрение. И в любом случае выбор, ассортимент будет большой, плюс мы еще подключим еще интересных питомников, которые до этого не фигурировали. В общем, друзья мои, как бы есть что прикупить, есть чем полакомиться, поэтому приглашаем к нам в гости, добро пожаловать! Еще раз хочу вас поблагодарить за ваше участие, за ваше содействие. Всем любви, благополучия, хорошего, прекрасного настроения. У нас все замечательно. Спасибо вам огромное за ваши положительные, теплые эмоции. Вот в последнее время приходит очень большое количество гостей. Мы получаем такой заряд любви, добра и нежности, что у нас растут крылья. Спасибо вам огромное. И благодарим вас за это. И поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь во всех группах, приглашаю на свою личную страницу Елены Степановой ВКонтакте и в Дзене, где я, кстати сказать, раскрываю все тайны и нюансы, и тонкости, делюсь своими ощущениями и знаниями, поэтому приглашаю однозначно, приходите, подписывайтесь, подключайтесь, ставьте лайки, для нас это важно, пишите ваши отзывы, потому что благодаря вашим отзывам мы становимся лучше, качественнее, интересней, и у нас есть цель с вами, одна важная цель, чтобы у вас росли прекрасные, чудесные, красивые растения, которые не просто росли и процветали, но и давали вот такие вкусные, красивые, ароматные плоды. Всем пока, до встречи, удачи!